именно встречаться, а не в кабинетах. Я вот в партийном форме с удовольствием вышел на нашу поле прекрасное. Хотелось бы поздравить всех с началом нового сезона. Ну и много занимать времени не буду, просто скажу, что мы по весне были лучшими из худших, ну вот, а теперь хотим быть лучшими из лучших. Поэтому завтра лучше, хорошая погода, хорошее настроение, невзирая там на первый выездной матч. Домашняя игра — это всегда отдельная тема, поэтому надеемся на вашу поддержку, которую мы слышим всегда, везде, и надеюсь, так и продолжится. А ребята отдадут все силы, в этом не сомневаюсь. В команде уверены, поэтому настроение у них боевое. Поэтому давайте встречаться завтра обязательно.